Почему мы дрожим, когда нам холодно? Когда мы мерзнем, мозг включает механизмы, которые помогают организму согреться. И один из таких механизмов – дрожь. Частое мелкое сокращение мышц. Такая работа мышц всегда сопровождается выделением тепловой энергии. А иногда от холода появляются мурашки. По мнению ученых, мурашки – это своего рода отголоски прошлого. Ведь когда-то очень давно мы были покрыты плотным слоем шерсти. Вполне естественно, что организм пытается задействовать волосяной покров для сохранения тепла. Еще один удивительный факт. Женщины замерзают быстрее, чем мужчины, так как у мужчин больше мышц и толще кожа. Вот так необычно мы устроены.